Ну, короче, жили в одном городе очень похожие друг на друга мужчины. Одного из них его жена Маша звала Николаем Герасимовичем. Также звали его и ученики, которым он в школе преподавал химию. Тем же именем называли его при встрече другие учителя и вообще все на свете. А все потому, что его и на самом деле звали Николаем Герасимовичем. В отличие от Сергея Прохоровича, которого его жена Вика, два телохранителя и другие криминальные авторитеты звали Сергеем Прохоровичем. Что и отличало его от Николая Герасимовича, ибо других отличий между ними не было. Вот до чего похожи были эти мужчины друг на друга. Надо отдать им должное, использовали они это обстоятельство на всю катушку. Вот и в предыдущей серии Сергей Прохорович попросил Николая Герасимовича сходить вместо себя в ночной клуб, чтобы усыпить бдительность конкурента. Николай Герасимович сходил и в очередной раз с блеском доказал справедливость поговорки «дуракам везет». Впрочем, не может же дуракам вести бесконечно. Какой иначе смысл был бы умнеть? Не правда ли? А впрочем, посмотрим 14-ю серию. Теперь я понимаю, басмач, каково быть разведчиком. Здесь даже и дышится веселее. Принял бы еще 300, было бы еще веселее. Где наша тачанка? Что за бардак? Зорька, Зорька, стоять! Вовчик, дай я поведу. Виктория Михайловна, вам нельзя, вы под градусом. Что за проблемы? Город пустой. Вовка, проблемы есть, да? И вы туда же, а хозяин узнает. Так это ж завтра. А мы ж сегодня казанем. Чуешь разницу? Спасибо, Вовчик. По коням! И надо бы возразить, да нечего. Смотрите-ка, Юрий Павлович, что пишет. Если собрать коробочки от 1000 бульонных кубиков и вырезать из них изображение куриной головы, то знаете, куда можно попасть? В дурдом. А если еще санитары увидят эти резаные головы, то надолго. А тут вообще-то обещают розыгрыш одной путевки на Канары. Думаете, обманывают? Ну почему? Тебя первые разыграют. По делу есть что-нибудь? По делу. Пишут, нашу страну в ближайшее время может поразить финансовый кризис. Фигня. Что, думаете, не поразит? Ну почему? Кризис, может, и будет. Только в нашей стране он никого не поразит. Не такого навидались. Да. Так. Прерывание запоев. Убивал бы за такие вещи. Кайф людям ломать. Не хочешь, не вызывай. Не вызывай. А если жена кому вызовет? Телефончик-то вот он. Ты вот лучше посмотри, есть что-нибудь о продаже машин? Да, есть. Ну, читай. Продается был Мерседес 150 тысяч. Что это цена такая? ЗБУ. Нормальная цена. Так ЗБУ. БУ – это обозначает богато украшенный. Понял? Ага. А вы откуда знаете? Что это за урод-то пишет? Юрий. Ты базар-то свой фильтруй. Юрий Павлович, так это что, вы что ли? Я же не знал. А вы что, свой Мерс продаете? Еще чего. А зачем объявление? Просто хочу узнать, у кого в этом городе еще деньги остались. Ага, понял. Я, кстати, тоже свою машину менять буду. А? Какую брать хочешь? Да мне ребята тут подогнали крузак. Из Голландии? Да не, почему, с Невского. В салоне прямо взяли. Ну, а чего не ездишь? Перекрашивают, пока в салоне не хватились. Ага. Да. Машину выбирать – это как женщину. И чтобы престижно, и недорого. Правда, если хочешь, чтобы было престижно, то получается дорого. А если чтобы недорого, то лучше с ней никуда не выходить. Или в плохую погоду, когда соседей на улице нет. Кажется, опасения излишни. Виктория водит изумительно. Браво, заяц! Водит-то она ничего. Да вот только знаков не знает. Как не знает? Да никак. Ей хозяин только на даче водить дает. Так у вас что же, и прав нету? Да не запугивай человека. Есть у меня права, успокойся. Уже полегче. Но тогда что-то должно было остаться с тех пор, как на права сдавали. Ничего не осталось. 500 баков с дура отдала гаишнику.
Серега не сказал, что 300 достаточно. Вы что, вообще не читали ПДД? ПДД? А это что? Просто не верится. Вы меня разыгрываете. Виктория Михайловна, представьте, на дороге стоит ГИБДДшник. Он поднимает и вытягивает правую руку. Что это значит? Просит подвезти. Правильно? Ну как? С ума сойти. Виктория Михайловна, вот этот треугольничек значит уступить дорогу. Какой треугольничек? Да уже не важно. Вика, уже достаточно. Пускай теперь поведет Володя. Что, мне так нравится? Такой кайф. Кому как. Виктория Михайловна, вы помните, что нужно сделать перед тем, как начать обгон? Конечно. Убедиться, что перед тобой есть другие автомобили. Господи! А я-то думаю, что самое страшное на сегодня уже закончено. Не волнуйтесь, скоро приедем. Да, сейчас направо. Ну, не совсем, чтобы сейчас. А, кажется, там был кирпич. Да? И не тряхнуло даже. Вот что значит школа. Серега как учил? Если впереди что-то торчит, объезжай. А если впереди дырка, то пропускай между колесами. Вот вы как раз и пропустили. Да? Так дырки же не было. Ну, зато был знак «Одностороннее движение». Ну? Так я в одну сторону еду. Ну, другие-то едут в другую сторону. Так нет же никого. Я бы так не сказал. Все, теперь мне точно от шефа влетит, по самой не могу. Не боись, вот, ща я их сделаю. Что вы делаете? Остановитесь, это же ГАИ! На чем они? На жигуленке. И что, думаешь, они на своем корыте нас обгонят? Сомневаюсь. У вас на приборной панели горит масленка. Правда? Вован, потуши. Виктория Михайловна, осторожней. Поднимитесь на четвертую, движок может не выдержать. Этот гаишник уже висит на нашем бампере. Что? Вы это зачем, Виктория Михайловна? Ты же сказал, человек на бампере висит. Ну это же образно. Образно? Вот дела. Ладно, пойду разбираться. Командир, только не пыли, ладно? Что? Не пыли? Вот я сейчас тебе покажу, не пыли. Надо бы пойти ему помочь. Может, он сам? Втроем веселее. Не сомневаюсь. А ну руки на капот, живо! Так, так, тихо. Значит так, не держим дистанцию, да? Что вы говорите? Виктория Михайловна, не вмешивайтесь. Слушай, Вован, спокойно, я в курсах. Мне Серега объяснял. При ударе в зад виноват тот, кто сзади. Да что вы вообще понимаете? Вы отдаете себе отчет, что вы ехали по населенному пункту со скоростью больше 100 км/ч? В зоне действия знака «Проезд воспрещен» по дороге с односторонним движением в направлении, противоположном движению транспортных средств. Что, правда, что ли? Это он еще не все знает. Тогда у меня к вам тоже вопрос. А почему вы ехали в таком направлении по такой дороге, а? Я? Я вас преследовал! Это не ответ. А вот я сейчас супергруппу вызову, и мы посмотрим, кто перед кем будет держать ответ. Командир, не горячись, давай на месте решим. На каком месте? У меня вся машина разбита. И вообще, кто из вас был за рулем? Я. Я же видел, как вы вышли из правой двери. А у нас левая не работает. А дама разве не оттуда появилась? Оттуда она открылась. Да ладно, Вован, лапшу на уши вешать. За рулем была я. Виктория Михайловна, меня хозяин убьет. Значит, вы? Нет, 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 нет. Все это не так. Все это не так. За рулем был я. Это еще кто? Господи, опять вы? У вас что, специализация такая, удары в задницу? Здравствуйте. Какой вы вездесущий. А вот за вездесущего ты мне ответишь. Я это занесу в протокол. Да не слушайте вы его. За рулем была я. Нет, я. Значит, все-таки вы. А вот мы сейчас быстренько составим на вас протокольчик. И вы у нас весело-весело сядете. Командир, сам подумай. У нас, конечно, тачка крутая, но с заднего сиденья она не управляется. Заднего сиденья? Действительно. А
Так я как раз от удара назад и перекинулся. Как это так? Сам удивляюсь. Так, короче, кто из вас управлял транспортным средством? Я. Господа, посадить всех троих меня лично устроило бы. Но надо выбрать кого-то одного. Минуту, командир. Слушайте, оставьте меня здесь с ним одного. Я договорюсь, отвечаю. Одного? Ни за что. Сейчас он вызовет наряд, и мы все втроем загремим в ментовку. И вы, и я, и Виктория Михайловна. А я об этом не подумал. Еще и все. А поехали в ментовку? Так интересно. Я никогда не была в карцере. Так романтично. Когда шеф велел нам помаячить в людных местах, ментовка в его планы не входила. Вика, Вова прав. Жалко. Ментовке было бы прикольно. Значит, договорились. Я остаюсь здесь, а вы провожаете домой Викторию Михайловну. Хорошо. А ведь он нас не отпустит. Это уже мои проблемы. Командир, все объяснилось. За рулем был я. Вы? Я. Что-то не верится. Позвольте, я вам покажу, как было дело. Пройдемте со мной. Какие же у него аргументы? Сотенные. Ну что же, это все, конечно, очень убедительно. Значит, они могут быть свободны? Мне еще нужны их показания. Хотя это можно и завтра. Вот и хорошо. Все в порядке. Отваливайте. Вова, а ты? Я остаюсь. Постараюсь его убедить, что он врезался в мир настоящий у обочине автомобиля. Что? Боюсь, что у тебя не хватит доводов. Ну, не хватит, завтра подвезу. Все, валите. Надо хотя бы знак аварийной остановки поставить. Нет проблем. Она же ничего не отражает. Ну и что, когда в нее кто-нибудь врежется, сразу услышим, что приближается какой-нибудь автомобиль. Угораздило. Говно по нашим тротуарам не разгуливало. Вам больно, да? Нога фигня. Каблук сломала. Как назло, ни одной тачки. А хотите, я вас на руках унесу. Что, серьезно? 40 километров? А зачем 40? Я живу тут в двух шагах. Я вас отнесу к себе, от меня позвоним Вовану, Вован вас заберет. А что, прикольно. Мне Серега любой вид транспорта предоставляет. Кроме этого, никогда на руках не носил. Сколько с меня за проезд? Я вам потом свой проездной одолжу. Только ты знаки соблюдай, а то Вована нет нас отмазывать. Ту-ту! А кормить нас будут? Да еще покруче, чем в ресторане. Звали Юрий Павлович. Ага. Проблемы какие? Да проблемы. В Вену никак попасть не могу.
Вы же раньше не кололись. Ты что, придурок? Ну какое кололись? В Австрию лететь надо по делам. Они визу не дают. Теперь вот анкеты писать надо. Кстати, ты со мной летишь. Так что вот бери анкеты, заполняй и пиши. А что это? Я же сказал, анкеты. Отвечай на вопросы. А, понял. Так, первое имя. Борис. Второе имя. Ты что, Клюков, что ли? Так, ты что, с дуба рухнул? Фамилию пиши. А, понял. Так, пол. Ну, тут понятно, мужик. Семейное положение. Имеется супружница. Юрий Павлович, я тут Вику встретил вчера. Какую Вику? Ну, тёлку профессора. Вон где-то где учится. Ну, а чё, профессор башляет, вот она и учится. Говорит, сама сдает. Да ладно, пускай кому-нибудь другому рассказывает. Да не, похоже на правду. Она говорит, у них этот, который главный по оценкам, всем красивым девкам пятерки лепит, а некрасивых режет, как зверь. Баб, что ли, любит? Не, у него своя теория. Он говорит, чем баба красивее, тем быстрее замуж выскочит и работать бросит. Так что, если сильно красивая, то много вреда принести не успеет. Такой пофиг, что ставить. Только лишний раз самому мучиться. А если некрасивая, то и что-то знать надо. Потому как, пока ее кто подберет, она еще зарежет кого. Ну, если доктор, например. А Вика что, на доктора учится? Да, вроде нет. А на кого? Да она сама не помнит. Ладно, ты давай пиши, а то тебе еще эти анкеты в консульство ввести. Понял. Так, 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 так. Ваш род занятий за последние 5 лет. Ну, папиросте бык. Стой ты! Ну ты чё, какой бык, а? Ну какой бык? Они таких слов даже не знают. Ну тогда заместитель директора по безопасности. Не-не-не-не-не, по безопасности, не-не. Подумает, что ты из спецслужб, вообще не пустит. Ты бык уже написал? Написал. В скобочках напиши. Биржевой брокер. А кто это такой? Бык и есть. Ага. Так, ваш доход в месяц. Ну, это смотря какой месяц. Да, ты меньше 15 тысяч не пиши. Они таких не пускают. Такие до них и не доедут. Голод не тетка. Место работы жены. Вы дурные. Если я по несколько штук баксов в дом в месяц приношу, нафига ей работать? Так, вероисповедание. Юрий Павлович, а что это такое за штука? Так, ну чего еще? Ну, вероисповедание. Ну, это значит, веришь ты в Бога или нет. Ага, понял. А вы что написали? Верую. Так вы ж не верите. Слушай, тебя когда гаишник тормозит и спрашивает, есть у тебя аптечка или нет, что ты отвечаешь? Есть. Ну, она у тебя есть? Да нахрена, мне нужно... А, понял. Коля, Коль, 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 ну, жив. Жив, слава Богу. Как это, кто там? Коль, ты? Я, Маша. Встречай гостей. Оленька. Коля, это что с тобой? Со мной ничего. А что у тебя на руках? Это Вика. Она сдремала. Перебрала немного и укачала. И ты вот эту укачала, принес к нам в дом. Кипяточек есть. Продрогли, как цуцики. Ну, тебя я тоже вижу, в порядком укачала. Тихо, тихо, тихо. Не разбуди. Я же тебе говорил. Я пошел на операцию товарища выручать. А, это теперь так называется? Да, это так называется. Взаимовыручка. Пусти в квартиру-то. Для чего? Не понял вопроса? А зачем вам понадобилась моя квартира? Вы бы могли осуществлять свою взаимовыручку в каком-нибудь из ее особнячков. Ай, бедняжка потребовала немножко экзотики. Бедняжка сломала каблук и чуть не замерзла на улице. Маша, ты открываешься для меня совершенно с неожиданной стороны. А сегодня вообще ночь сюрпризов, мой милый. Но к твоим постоянным загулам я уже привыкла, но чтобы притащить домой поддатую девку. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Маша. Эта девка подруга моего товарища. Я не могу бросить ее замерзать на улице. Кроме того, Маша, мы ненадолго. А забежали чайку попить и следовать дальше. Маша, сегодня ты не права. Сегодня в тебе говорит оскорбленная женщина. Всю жизнь с тобой во мне говорит оскорбленная женщина. Маша, не обобщай. Руки сейчас отвалятся.
Неси ее, откуда придется. Маша, это же истерика. Ты же завтра с утра пожалеешь. Я сказала, убирайся со своей бедняжкой ко всем чертям. Маша! О, прикол. Колян, твоя жена? Не обращай на внимания. Она перебрала секс на пляже. Как? Чего она сегодня перебрала? Секс на пляже. Коктейль из ночного клуба. Мы там с ней... А, секс на пляже, ясно. Потрясающе. Маша. О, Маша. Что ты задумала на ночь глядя? Не беспокойся. Еще одна квартирка вам не помешает. Особняк туда, квартирка сюда. Какая разница? Маша, а ты куда? Ты обо мне не беспокойся, дружок. Перебьюсь как-нибудь на вокзале. Маша, не валяй дурака. Это же совершенно не то, о чем ты подумала. Не подумала, раздумала, передумала. Вот именно дурака, дружок. Не такой уж ты дурак, каким прикидывался. А я вот дура. Валяла тебя 8 лет. Маша, самые лучшие 8 лет. Пусти. Маша. Уйди с дороги, тебе говорят. Маша, послушай. Ты у меня одна единственная, самая дорогая. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Мы же с тобой 8 лет вместе. Прекрати издеваться над одинокой женщиной. Ты меня за эти 8 лет хоть раз на руках носил? Я уже не говорю про секс на пляже. Дорогая! Ты это кому сейчас говоришь? Кому, кому? Тебе, конечно. Ошибся адресом, дружок. Уйди с дороги, тебе говорят, а то чемоданом наверну. Уйди, а то чемоданом огрею. О, привет. Тяжелая атлетика по ночам. А у тебя, Маша, потрясающе удобный гамак. Так бы все время спала, не просыпалась. Спокойной ночи, приятных сновидений. Маша, Маша, да подожди. Да, Маша, что с тобой сегодня? Ну, чего ты взбеленилась-то? Маша, ты куда собралась-то? Мы к тебе неслись, как черти голодные, а ты нам Динамо. Колян, что это она? И ты понимаешь, она подумала, что мы с тобой занимались сексом на пляже. Откуда в ноябре пляжа? Машунь, ты чё? Да тут не в пляжах дело, а в сексе. Между кем и кем? Да между тобой и мной. У нас что, проблемы с сексом? Да нет у нас с тобой никаких проблем с сексом, потому что у нас нет с тобой секса вообще. Ну и чё? В чем прикол-то? Да нет тут никакого прикола. Просто Маша волнуется, якобы у нас отношения. Но это ведь не так. Ну, Вика, ну подтверди ты. Не дави на свидетельницу-то. Не успели сговориться еще, да? Какое сговориться, Вика? Вика, что ты молчишь? Ой, что-то вообще не материалы. Какие пляжи? Какой секс? Что, на пляж собрались? На острова? Пожрать что-нибудь даст мне или нет? Или я спать пошла? Вика, Вика, не спи. Скажи, был у нас с тобой секс на пляже? Или Маша это только приснилось? На пляже. Здорово. Маша, Маша, не слушай ее. Она заговаривается. Ну, ты видишь, в каком она состоянии. Да, кошку кормить не забывай. Печенка для нее там, в холодильнике. Ну, в общем, вроде все. Ничего не забыла. Посидим на дорожку. Маша. Маша, прости меня. Только не бросай меня, Маша. Я ведь без тебя пропаду. Ничего, не пропадешь. Молодая, красивая. Вытянет. Маша. Не нужна мне никакая молодая. Ты у меня самая красивая, Маша. Самая вечно молодая. Только не бросай меня, Маша. Потому что если ты от меня уйдешь, то я пропаду. Маша, я руки на себя наложу. Я всю крысиную отраву сожру, Маша. Я вены себе порежу, я застрелюсь, Маша. Понимаешь? Ты будешь потом все время локти себе кусать, Маша. Вы что орете? Обалдели. Кормить нас сегодня будут или я спать пошла? Ну, что сидишь ты? Неси ее в ванную. Руки мыть. А? Иду. Иду, Маша, иду. Иду. Считай, что уже помыли. Иду, Маша, иду. Спроси, котлета, она вчерашняя будет, нет? Будет, будет, конечно. Обязательно будет, Маша. Ты смотри, не утопи ее там, с пьяным глаз-то. Все-таки не твоя собственность.